Я желаю тебе творческих успехов, я желаю тебе успехов в учебе. Ну и хочу, чтобы у тебя было счастье, а ангел был рядом. Такой подарок нужно еще заслужить. В преддверии Нового года журналисты газеты «Городские новости» проводят акцию «Талисман от звезды». Оберег из рук известных красноярцев получают ребята, которые достигли успехов в творчестве, науке или спорте. 13-летняя Яна Полякова – одна из отличившихся. Оберег ей вручила председатель городского совета депутатов Татьяна Казанова за активное участие в общественной жизни города. Нужно быть ответственным, когда такие люди тебе преподносят такие вещи. Я думаю, это очень важно для меня и волнительно. Новогодним настроением сотрудники «Красноярской газеты» сегодня зарядили и других красноярцев. Горожанам вручили открытки в виде ангелов с добрыми пожеланиями. Здравствуй. Здравствуй, любимый. Дарю добро тебе в следующем году. Вот тебе дарю еще ангелочка. Держи. Елочка дома есть? Есть. Вот повесишь на елочку. Спасибо. И все твои желания сбудутся. Поскольку пошить одному человеку такое большое количество ангелов это очень сложно, то мы решили сделать такую мини-копию, уже бумажную, и сделали открытки в виде ангела для всех красноярцев. Вот сегодня вы видели Дед Мороз. Это тоже сотрудник нашей редакции, журналист Алексей Трешин, раздавал красноярцам эти открытки, на которых они могут написать какие-то добрые пожелания. И мы своим всем партнерам подписываем именно такие открытки в этом году, необычные совершенно. Вот так мы завершаем нашу акцию «Доброе дело» с городскими новостями. За этот год в рамках проекта «Доброе дело» журналисты городской газеты вместе с юными красноярцами сделали немало хорошего. Писали письма солдатам срочной службы, рисовали картины для заслуженных ветеранов, собирали книги для детей из малообеспеченных семей. Впереди еще много интересных идей, которые предстоит воплотить в жизнь в новом 2018 году. Ирина Давыдова, Павел Потылицын, новости.